Мы, пользуясь этим случаем, хотели бы вас поздравить от лица всех соратников по партии, активистов партии ОСДП «Азат» и всех неравнодушных, от всего народа, можно сказать. Все болеют душой. Вы не одни. Мы будем ждать скорейшего освобождения наших соратников Булата Амиржанова. Будем продолжать их дело. И после освобождения мы вместе с ними, конечно, вместе.